18 июля в ночное время в ходе патрулирования инспекторами ДПС на улице Строительной города Балаково была предпринята попытка остановки автомашины Audi. Однако управлявший иномаркой водитель проигнорировал законные требования инспекторов об остановке и попытался скрыться. Уходя от преследования, правонарушитель, двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением, выехал на обочину и столкнулся с ограждением канализационного коллектора. На место происшествия инспекторами ДПС незамедлительно были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи. Установлено, что иномаркой управлял 15-летний подросток. В салоне в качестве пассажиров находилось еще трое несовершеннолетних. Все они были доставлены в медицинское учреждение. Полицейскими в отношении законных представителей, участников дорожно-транспортного происшествия, составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. В связи со случившимся в очередной раз напоминаем всем родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей и подростков, о том, что именно вы обязаны осуществлять контроль за поведением своего ребенка во время летних каникул. Основная ответственность за обеспечение безопасности жизни ребенка ложится именно на вас. С началом каникул наших детей подстерегает повышенная опасность. Этому способствует любопытство детей, наличие свободного времени, а главное – отсутствие постоянного контроля со стороны взрослых. Убедительно просим вас не оставлять без внимания ваших детей, интересуйтесь их делами, времяпрепровождением, их друзьями, играми, в которые они играют. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.